Скажите, пожалуйста. Я из полиции. В августе 2023 года 20-летний молодой человек нашел на одном из сайтов анонимное предложение заработать. Фигурант дела осуществлял администрирование сим-боксов мошенников из-за рубежа по месту своего проживания. Возникали ли у тебя вопросы, связанные с тем, что деятельность как-то может быть связана с противоправной, с нелегальной? Да, у меня вот он. Полученное от неизвестного куратора оборудование предназначалось для удаленного доступа к сотовым сетям российских операторов мобильной связи. Юноша занимался монтажом, настройкой и обслуживанием техники. Также он ежемесячно получал денежные средства за обслуживание сим-бокса. Его действия позволяли преступникам месяцами похищать деньги. В ходе обыска полицейские изъяли роутер, два сим-бокса, компьютер, банковские карты, комплекты проводов и антенн. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следствия фигурант заключен под стражу. Олеся Цыкина, Новости дня.